ищи меня. Это все, что я умею. С тобой буду их умнее. Ищи меня, но умнее. Это все, что я умею. Не знаю, может, про меня слышал что-нибудь. Я Паша здесь с местных краев. Эта машина была вообще моя раньше. Я сам просто здесь в самом, ну, в центре деревни живу. В самом городе непосредственно. В смысле, знакомые? Пауки? В смысле, представляешь? А что, можно включить по лазе? А где мы могли пересекаться? Я просто сейчас не могу вспомнить. Омоново небольшое. Я раньше Баконецом занимался. Так и сюда попал. А, может быть, поэтому мы с тобой знакомы. Но если честно, на лицо не припомню тебя. Ну, у нас с тобой все нормально, все порешено, ну, да, решено. Все отлично. То, что стоит, да, в шипке, чтобы открыть. Вот самое главное. Смотри. Все паутине. Да давно стоит машина. Все, пробуем? Да, пробуйте. Блин, что-то я чуть не спалился перед ним. Он говорит, меня знает, видел. Не, ну понятно, что сейчас у нас город небольшой, все обо мне в курсе. А это, видимо, один из тех браконьеров. Просто не могу его узнать, то ли он спился так сильно, то ли что. Ну-ка. Ребята, можете его узнать сами? Где его видели раньше? Сейчас я попрошу его, чтобы он повернулся. Максим! Тихо. Вы что здесь? Стоп. Ты кто, блядь, местный, что ли, такой? Стоп. Тихо. А? Вы здесь как оказались? Это моя территория. Моя машина оказалась. Какая машина? Какая УАЗик? Где, блядь? Икра, блядь. УАЗик? Стоял. УАЗик я вытащил. Вы мне икра, спасибо где, должны блядь? Сказать, понятно? Где, икра, за этот наша? УАЗик. Слышишь, ты что, блядь? Трогать. Че, блядь? Где экрана? Стояло, блядь, сколько ведер, блядь? Слышь, ты чё неадекватный, ты чё неадекватный-то такой? По-нормальному не можешь сказать? Вон твой УАЗик стоит! Ёб твою мать, блядь! Выстрелы, блядь! Тварь! Ну, тварь! Слышь? Не ох... Вы чё? Генератор собрали, твари. Тварь. Сука,